Всем привет! Сегодня поговорим о мойке. Небольшой обзорчик такой. В последующем, как она работает, видео в конце. Досмотрите это видео, кладите на ссылочку и посмотрите, как я ей мою генератор. Очень удобная вещь. Не забывайте ставить лайки. Ну а теперь о самом обзоре. Поговорим то, что в ней хорошее. Очень удобный пистолет с курочком, вот он. Сделан под быстросъемный шланг. Вот здесь вот. Я поближе в камеру поставлю. Нажали, вставили. И вот этот 5-метровый шланг у вас уже подключен. Вот таким вот соединителем. Опять подвину поближе к камере, посмотреть. Этот быстросъемный соединитель также вставляется в саму мойку. Тоже щелк, и он вставился. Не надо бегать с ключиками, подтягивать постоянно. В наборе инструкция на украинском и русском языке. Гарантия 2 года, не забывайте, по всей Украине. Очень удобный пистолет. Особенно вот это дуло. Данное дуло работает в трех положениях. Она подает пенку. Опять же, в конце видео слева и справа сверху будет, как работает это дуло. Так, сетевой шнур 5-метровый, шланг 5-метровый, итого у вас есть 10 метров для работы. Можно с одной точки помыть всю машину. Эта мойка работает с ведра, можно взять бачок. Ну и кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь, дальше будет много интересного. Вопросы, рациональные предложения в комментариях. Решили купить эту мойку с двухгодичной гарантией по хорошей цене? Под видео, в описании видео будет ссылочка на эту моечку. Всем удачных покупок, папа!